Labdien visiem! Labdien visiem! Pirmkārt, sveicam jūs Latvijas 100 gadu jubilējiem. Mēs gribam uzdāvināt dāvanu vienam no mūsu abonentiem. Kas par dāvanu? Tornis. Tas ir tornis. Jā. Ko vajag izdarīt, lai piedalīties konkursa, mūsu konkursa? Uzspiest laiku. Jā, nospied laiku. Vajag kļūst par mūsu abonentu un uzrakstīt komentāru. Komentāru tas ir obligāts. Ja jūs esat mūsu abonents, tad brīnišķīgi. Parasti tad uzrakstīt komentāru un nospiediet laiku. Rezultāti būs 2. Decembrī. Jā. Mhm. Tagad mēs radīsim nelielu video par gaismas festivālu Stara Rīga 2018. Всем привет! Всем привет! Во-первых, поздравляем вас со 100-летним юбилеем Латвии и хотим сообщить, что мы решили организовать конкурс и разыграть подарок. Что это за подарок? Торнис. Башня. Да? Да? Башня, торнис. Правильно. Чтобы выиграть в конкурсе такой подарок, вам нужно стать нашим абонентом, нажать лайк нашему видео и написать комментарий. Если вы являетесь нашим подписчиком, то просто напишите комментарий, поставьте лайк. Результаты конкурса мы сообщим 2 декабря. 2 декабря. Да. Кстати, хотим предупредить, что подарок мы будем отсылать по коматам Омнива только по Латвии. Если вы не живете в Латвии, то можете послать любому своему родственнику или другу этот подарок. Да. Если выиграете. Mēs gribam pateikt, ka mēs nosūtīsim to dāvanu tikai Latvijas teritorijā. Ja jūs dzīvojat ārpus Latvijā, tas liekas, jūs varat nosūtīt jebkuram savam draugam vai rādam. Вот, а tagad mēs radīsim video. Video. Ja? Līdz 2. Decembrim. Atā! Atā! Всем привет! Мы находимся сегодня в Риге. Нам так посчастливилось, потому что именно с 16 по 19 ноября проходит фестиваль света Стара Рига 2018. Вот мы пришли в парк и видим первую инсталляцию. Latvijas kaleidoskops, латвийский калейдоскоп. Сегодня мы вам покажем некоторые инсталляции, которые нас встретятся по пути. Šodien sākas Gaismas festivāls 2018. Stara Rīga. Pirmā instalācija – Latvijas kaleidoskops. Мы видим здесь звуки и попробовать войти вовнутрь. Следующая инсталляция называется «Риталсма. Рассвет». На большом экране проецируется изображение и звучит музыка. Мы двигаемся по улице Элизабет к Дому министров. И в парке целых 2 инсталляции. Thank you.
та же инсталляция с другой стороны. Тогда паша инсталляция на отрас посос. Очень красиво. Обязательно сходите в Бримишкеге. Итак, мы приближаемся к улице Бривибас. Прямо напротив одна из инсталляций. Очень красиво. Кабинет министров у нас. На нем инсталируется цвет флага Латвии. Красный, белый, красный. Следующая инсталляция на доме кабинета министров называется Мостис. Просыпайся. Мы перешли дорогу по улице Бривибас и оказались в парке. В парке нас ждет еще эспланада, еще несколько инсталляций. Пойдем их посмотрим. Перед нами следующий объект. Мне кажется, называется Скангайсма. Поющие огни. Потому что все время лабиринт такой, в котором меняются цвета. Сарвабарин скурмайна скрасис. Можно посмотреть. Ну, пойдем внутрь, посмотрим. Как же это выглядит изнутри? Ну, вот такой лабиринтик. Идем дальше. Пройдемся по парку дальше и поищем еще две инсталляции.
только что видели инсталляцию «Подарок». Четыре робот-руки показывают инсталляцию. Играет очень громкая музыка. Таби я дала на инсталляции. Часы Ваймар украсили в цвет флага. Красный, белый, красный. На этом наша прогулка будет закончена. Артур, попрощайся со всеми. Всем пока! Приезжайте в Ригу, скажи, смотреть фестиваль. Смотреть фестиваль. Всем пока!